Митинг под девизом «Крымск, мы с тобой» закончился, так и не начавшись. Хотя, судя по подготовке полицейских сил, он обещал быть, ну, если уж не многомиллионным, то, во всяком случае, многотысячным. К сожалению, он не состоялся. Давайте вернемся к началу этого события, а мы здесь присутствуем с самого момента формирования колонны, с момента начала пропуска сюда, вот на Крымский вал, людей, желающих участвовать в митинге, а таких нашлось не очень много, в основном это были представители средств массовой информации. Так вот, давайте вернемся к самому началу этого события. В самом начале мы встретились с Борисом Сергеевичем Мироновым. Я не помню, когда за последнее время мне бы доводилось комментировать позор патриотических сил, которые разворачиваются у меня перед глазами. Вы-то за мной видите Крымский мост. Ну, здесь я просто хочу акцент делать Крымский мост на слове Крымск. А вот там стоит цепь дружинников и полиции. И жиденькая группка, человек 30-40, сейчас подойдем ближе, людей, собравшихся сегодня на митинг, посвященный трагедии Крымска. Слушайте, вот комментировать это и стыдно, и позорно, потому что вообще, что мы за люди? Смотрите, был затоплен Ленск. Все промолчали. Затем Саяно-Шушенская. Мы опять промолчали. Затем гигантские пожары. Это не техногенная катастрофа, вы это должны понять. Это рукотворная катастрофа. Это катастрофы, организованные, устроенные нашей властью. Конкретно Путин, Медведев и прочая кремлевская челядь, которая довела страну до такого состояния, когда она горит и тонет. Почему? Потому что уничтожена вся структура, гигантская структура, которая была нацелена на обеспеченность безопасности городов и сел от наводнений. Была организована и уничтожена этой властью структура по безопасности наших лесных массивов, а населения от лесных пожаров. Я ведь вырос в таежной глуши. Маленький районный поселок, ну хотя он город и имеет название после 10 тысяч, 12 тысяч населения. Конечно, это, честно говоря, поселок, районный, правда, центр, Могоча. И у нас был аэродром, на котором стояли всегда в минутной готовности самолеты, готовые в любой момент, эти кукурузники, которые готовы в любой момент были взлететь, по первому сигналу о появлении дымки. Были парашютисты, принадлежащие лесничеству, которые выбрасывались на этот, в эту глушь для того, чтобы задавливать зародыш пожара. Вся структура уничтожена. Уничтожен знаменитый Мячиковский авиаотряд. Гигантский был авиаотряд в стране, который круглый год вел наблюдение за снегом, за льдами, за водой, за притоками. Отслеживали, создавали, составляли картину. Весной взрывали льды, упреждали наводнения, выносили предупреждения. И сейчас все тонет и горит, потому что власть уничтожила всю эту структуру. Зачем? Потому что сегодня принцип власти один. Их не интересует ни безопасность народа, их не интересует жизнь народа, их интересует только одно. Как можно больше денег отобрать из государственных программ и своровать их. Это власть, которая высасывает не деньги, она высасывает кровь и жизнь народа. Это надо понять, мы же привыкли называть их коррупционерами, ворами, жуликами. Нет, это все обман. Это самообман, это самоуспокоение и самоутешение, а не убийцы народа. Борис Сергеевич, но ведь в любом случае с потерей тех же самых лесных массивов, с потерей того же самого города Ленска и сейчас Крымска, ведь власть, та же самая власть, теряет определенный материальный какой-то ресурс.
который мог быть конвертирован в те же самые деньги, которые потом можно, так сказать, отвезти за рубеж. Власть не мыслит так далеко вперед и понимает, что рано или поздно ее снесут. Вот того, что они могут наворовать, им вполне хватит. И уже хватает того, что они наворовали, это просто еще лишний кусок. А думать на перспективу, естественно, если бы это была власть, которая думала о том, что можно жить вечно, для этого нужно было делиться с народом. Не хотят они делиться даже малой копейкой народа, но мы уходим от главного. Это дело власти. Жрать, грабить и убивать, чем она и занимается. Но наше дело противиться этому, восставать против этого. И что мы видим в результате? Жутчайшая трагедия Крымска. Наглядная трагедия Крымска. И 30 человек выходят протестовать против конкретного убийства наших русских людей. 30 человек, 40-50 максимум, что там есть. Но у нас нет другого народа, Борис Сергеевич. Вот что с этим народом делать? А с ним делать ничего не надо. Народ, если он не будет сопротивляться этой власти, он обречен на уничтожение. Не вымирание даже. Почему? Потому что вымирание народа – это опять же уничтожение народа, когда власть создает все условия для истребления народа. Это в открытом виде геноцид народа. Но, Борис Сергеевич, когда-нибудь возникает тот самый инстинкт самосохранения, который меняет характер поведения людей. Наверное, этого нужно ждать. Я в это очень верю. И я надеюсь быть услышанным для того, чтобы этот инстинкт восторжествовал. А если он не восторжествует по одной простой причине? Когда тонул Ленск, Крымск поднялся в защиту Ленска? Нет. Когда сегодня затопили Крымск, Москва поднялась в защиту Крымска? Нет. И каждый рассчитывает выскочить. Но ведь смотрите, 87% – это официальная цифра, которую назвал директор Института безопасности гидротехнических сооружений Волосихин в «Новой газете» в предыдущем номере. 87% гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Кстати, конкретно там говорится о Воронежском море, которое в любую минуту эти миллионы кубов могут обрушиться. В таком же состоянии мы с вами находимся. Что рванет сегодня-завтра в Москве, когда ни копейки не вкладывается в сбережение и в безопасность народа? Вот о чем мы должны думать. Кстати, вы говорите о Воронеже. Там рядом Нововоронежская атомная электростанция. Заикаться об атомных станциях еще страшнее, чем о гидротехнических сооружениях. Нет, гидротехнический удар может прийтись и по атомной электростанции. Совершенно верно. Цепная реакция начнется. Мы же пережили катастрофу, мы же пережили энергокатастрофу в 2005 году. И вы обратите внимание, Чагинскую. Чубайсовскую. И обратите внимание, как все заткнулись после этого и перестали говорить о том, что над нами висит. Но все же ужас пережили. Ведь цифра жертв, а были жертвы, реальные жертвы, от отключения питания в больницах, у людей инфаркты, которые застряли в лифтах и так далее, были эти жертвы. Эту цифру замолчали. Москвичи! А чем Москва отличается от всех остальных городов? Ведь молчат про крымские все остальные. Да сам Крымск уже замолчал, потому что после знаменитого сборища «Дайте нам деньги». А сегодня люди почему в Крымске молчат? Потому что если они рот откроют, если они вякнут, им не выплатят вот даже эти жалкие копейки. Хотя цифры называют большие, на самом деле там отделываются тысячами. Так вот, если мы не осознаем, что это наша общая национальная трагедия, Крымск, Ленск, Саяно-Шушенская, Курск, если мы будем собираться вот так вот по 30-50 человек, мы мертвецы. Завершая этот короткий репортаж, хочу задать вопрос. Почему? Почему произошла трагедия? Нет, наверное, на это ответит кто-то другой. И не сегодня, может быть, а завтра, может быть, через годы. Почему такой оказалась власть? Почему она таким образом
восприняла это событие, почему привела к этому событию. Наверное, этот ответ мы тоже получим не сегодня. Но на один вопрос, на одно почему, хотелось бы получить ответ сейчас. Почему мы такие? Ну, я не совсем понимаю, что здесь происходит, точнее, все ясно. Я это вынужден расценивать как политическую провокацию, потому что под идею именно поднять вопрос о том, что произошло в Крымске и что там на сегодняшний момент происходит, о количестве жертв, о том, что как власть вгоняет там население, вот эту атмосферу страха, да, тотального страха, вот этой лжи. Вместо этого мы видим непонятные организации, непонятных молодых людей в маечках. И это, конечно, попытка, ну, я считаю, это кощунственная попытка попиариться на горе и крови русских людей. Я, собственно, я здесь, наверное, естественно, конечно, я участвовать во всем этом. Я Рамир, да. Я все там понял. Физкульт, привет. Привет. А где вход-то здесь был? Вход-то вот там. Вот здесь вход. Здесь? А сейчас не пускают? Дама, вы мне не тыкайте. Представься ты. Надо будет, ты схвачу. Надо будет, мы так схватим тебя. Он схватит, надо будет. Русский мужик, крестили, наверное, тебя. Крыла в храме, а ты стоишь. Русский, да, продали. Он говорит, это вы продали. Сначала пузо убери. За Россию, за русский народ, а ты за этих, которые сидят, оккупанты. Хорошая